Сегодня разоблачение на нового хакера, который взламывает всех ютуберов в Роблоксе. За самое лучшее оскорбление хакерши Алькины я задоначу вам робоксы, но вам еще надо подписаться и поставить лайк. Сегодня мы разберемся, как она взламывает ютуберов, постановит ли это и многое другое. Для начала нам надо разобраться, с чего все началось. У Алькины есть собственный канал, на котором раньше был Алькатрас. Трасса была своя карта с ютуберами, которых он хотел взломать. Как я понял, либо он взломал парочку ютуберов, либо вообще никого не взломал. И потом вообще ничего не было непонятно. Стали появляться какие-то хакеры, пентагоны и так далее. Потом появился Джанду, и Алькатрас стал хорошим. Он стал раздавать робоксы в приз-донат. Но появился Алькина, которая его убила. И теперь она взламывает ютуберов. Я не знаю, как она их взламывает, но она взломала уже Бабку Шоу, Кнобзи, Лерчик и многих других. И забрала очень дорогой супер-супер хэппи фейс. Она продолжала взламывать ютуберов, но не тут-то было, и появился Лемон. Лемон стал на ее искать информацию. И она уже несколько дней обещала его взломать, но так и не смогла. А Лемон уже узнал ее имя, где она проживает, в какой стране ее номер телефона. Сейчас вы можете видеть на своем экране номер телефона Алькины, страна, где она проживает и, возможно, ее имя. Полное фото будет в телеграм-канале Лемона, ссылка в описании. Надеюсь, ничего страшного, что если у тебя я взял пару фоток, прости меня, Лемон. И она даже написала Лемону: «Скоро ты будешь взломан, зачем ты мешаешь со своими подписчиками, прекрати искать на меня информацию, это бесполезно. Последнее предупреждение, продолжи делать то, чем занимаешься сейчас, мало не покажется. Ахаха, поешь говна». И еще страшно то, что это взял из его телеграм-канала. Если это страшно, то прости меня, пожалуйста. Ссылка на его телеграм-канал и номер Алькины будут в описании. Так же, как и на мой канал. Но огромный хайп за 18 видео, 25 тысяч подписчиков. Ну, я не понимаю, как она взламывает ютуберов. Также у нее вышло видео. Алькина на связи. Шестой день наступил. Прошла почти неделя с начала моего плана, и скоро предстоит подводить итоги недели. Сегодня я взломала Кнобзи, вчера взломала Леона РБХ, позавчера любовь воскресенье взломала Черри Миттенса, в субботу Бабку Шоу и в пятницу Лерчик. Также я запрашивала деньги за аккаунт каждого из блогеров, но мне пока что никто так и не ответил. Поспешите, иначе будете мириться с серьезными последствиями. Завтра взломаю главную гадину, Лемона. Он начал на меня искать информацию. Я рада тому, как идут дела. Скоро наступит второй этап. Я так радостно сказала. Также не забывайте ставить надежный пароль, двухэтапную аутентификацию. В Роблоксе там можно скачать такое приложение Аутентификатор. Обязательно там авторизуйтесь и, короче, авторизуйтесь. И обязательно на свою почту тоже поставьте двухэтапную аутентификацию и хороший пароль. И на канале Кнобзи вышло видео. Вы меня, наверное, сейчас спросите, Кнобзи, а почему ты на другом аккаунте? Тебе же недавно подарила Лерчик супер-супер хэппи фейс. Кина просто настолько наглая, то что своровала уже два супер-супер хэппи фейса. Дело в том, что я сегодня сижу, смотрю видосик, решаю зайти в Роблокс и вижу такую картину перед собой. Кнобзи Ют, пасворд, думаю, ну ладно, бывает, вылетело, сейчас введу пароль и все пройдет как бы. А нифига подобного, ребята, я ввожу свой пароль, и смотрите, ребята, он у нас неверный. И Алькина его взломала. Как вы видите, вот такую картину перед собой. Вроде, ребята, на первый взгляд, ничего такого. Мой обычный аккаунт. Здесь, ну, всякие игры, друзья мои, да, там всякие. Как вы не обратите внимание на скрин? На нем маска Алькатраса. Это вот видео 50 минут назад. Если что, меня взломали примерно часа 2 назад. Еще как бы я увидел это через час после того, как меня взломали. То есть, ну, буквально минут 50, час назад. На моей в глазах рождается видео на ее канале. Еще он говорил, что типа как-то его почту взломали. Я надеюсь, что все будет хорошо, и это видео наберет много просмотров, а также подпишись, чтобы тебя не взломала Алькина.